По сообщению областного департамента информационной политики, на августовском педагогическом совещании губернатор Евгений Куйвышев обозначил основные приоритеты в развитии сферы образования региона. Впервые августовское педагогическое совещание было столь масштабным. В этом году участие в конференции приняли порядка 4000 директоров образовательных учреждений, педагогов, руководителей в сфере образования, представителей профсоюзных организаций. Обращаясь к педагогам, губернатор Евгений Куйвышев выделил три наиболее важных направления работы: кадровое обеспечение отрасли, повышение качества образования, обеспечение личностно-ориентированного подхода к работе с детьми, патриотическое воспитание молодежи и развитие образовательной инфраструктуры. За последние несколько лет мы серьезно продвинулись в решении проблем дефицита мест. Мы сохраняем 100% доступность детских садов для детей от 3 до 7 лет. Активно включились в работу по увеличению мест в ясельных группах. Сейчас наиболее остро стоит вопрос по школам. Его решение мы видим и в новом строительстве, и в реконструкции, и в расширении действующих мощностей. Предыдущие 3 года позволили нам создать дополнительно 16 500 новых мест в школах. Однако прогнозные расчеты прироста детей школьного возраста показывают, что необходимо ускорить темпы ввода новых мест. Мы будем строить не просто штампованные учебные заведения, а школы нового поколения. Мы будем создавать современные образовательные центры с использованием самых передовых технологий, в том числе и BIM-технологий, применяя качественные и безопасные материалы, умные сервисы, энергосберегающие системы, разумный подход к организации внутреннего пространства, ну и оснащению классов. Также глава региона подчеркнул, в 2020 году объявленным указом президента России «Годом памяти и славы» образовательный процесс должен сопровождаться подробным погружением в историю страны детей всех возрастов. Нужно вовлечь в тематические мероприятия и проекты, в исследовательскую и творческую деятельность, посвященную Великой Победе. Губернатор отметил, необходимо инициировать проекты и предлагать нестандартные подходы к изучению страниц воинской доблести и славы России, искать новый формат патриотической работы с молодежью, в том числе с использованием возможностей социальных сетей и блогов. Кроме того, Евгений Куйвышев озвучил предложение сформировать собственные экологические традиции в каждой школе, например, совместными усилиями посадить дерево, обустроить школьную аллею, зеленую площадку для младших классов. Также в рамках нацпроекта обеспечена деятельность 3 детских технопарков «Кванториум». Создан первый центр цифрового образования «IT-куб». Осуществляется поставка оборудования в 50 мастерских и 38 колледжей и техникумов области и многое другое. В нашем городском округе «Кванториумы» созданы в 3 дошкольных образовательных учреждениях. С началом работ по этим программам в детских садах мы уже знакомили своих телезрителей.